Здравствуйте, товарищи, с вами Сет, это Metal Gear Raiden. Продолжаем проходить. Собственно, остановились мы на том, что должны что-то в этом здании сделать такого клёвого. И по стелсу, и вообще. Ну, и вообще, я готов, короче, всё, вперёд. Рядом должны быть электронщики, использующие что-то, какую-то шняшку. Киборг-чип. Ну, собственно, мы и не пытались ведь по стелсу пройти, правильно? Ну, во всяком случае, я не пытался. Ты! Чмо! Как ты относишься? Бля, я его не достал. Ёб твою мать! Бацы. Проблема в этом вот этого режима в том, что жизнь кончилась. Рядом должны быть электрончики, используя улучшенный ДР для поиска. Это я могу. Вот проблема вот этого режима адреналина местного в том, что очень уж он такой, типа, придирчивый. Потому что я, например, когда, естественно, в режиме адреналина, не хочу никакими блоками пользоваться и тому подобным. А вот этот, я не понял, улучшенная система ДР, дней рождения, вероятно, это не есть мой вот этот сканер, который я на единичку жму? А, во, все, нашел. Источники, значит. Источники источников. Ага, понятно. Я понял, успокойся, я просто немножко жду. Что ж ты такой этот-то? Я уже все нашел. Хорошо. Один есть, осталось два. Так, вот. Само падает мне в руки. Так, ну и последний. О, робоцып. Все нормально так. А ты у нас кто? Такой же никчемный, как и твой дружок. Так, а где еще этот маленький должен выпрыгнуть из них, да? Мелкий надоедливый упырек. Ну тут, кстати, очень быстро восстанавливается для режима адреналина эта фигня. Прям как-то даже неестественно быстро. Я его только заюзал, и к тому моменту, как он у меня кончился, у меня уже было процентов 80 от следующего. Так, вот сюда вот я шел. Всякие ящики ломаю здесь. Gold chip, ну, будем считать, что это... Ага, потерялся. Я ведь видел. Ну, тут столько ящиков, то что я прям такой этот... Теряюсь, хочу все полутать. О, коробка. Три из пяти. Вот эти штуки не отображаются. Какие-то дополнительные миссии. Не то.
Ой. А вот это вот мне интересно, что за ящик такой? Я уже пытался один раз открыть его. А, его можно открывать только с этим. Вот этим режимом, да? Ну ладно. Понятно, так бы сразу и сказали. Ага. Ворота безопасности. Они сделаны из стального сплава и запитаны высокочастотным током. Они должны открываться, как только отключится питание. Ну, понятно, да, в общем. Мы такие идем. Идем. В эту комнату идем. И вот сюда. Да, система безопасности теперь должна отключиться. Возвращайся к воротам. А кто меня там ждет? Бля, весь режим... Весь режим адреналина проебал на увороты от него. Потихоньку с него всякие эти отлетают. Части брони. Ну да, стандартный ройденовский костюм мне больше все-таки нравится. Ну и Би, собственно, чего и следовало ожидать. Столько урона получил. И вообще не очень. Скоро мне уже будут давать настолько мало очков, то что не смогу апаться даже. Нужно ли активировать твои чего-то там? Нет, оставьте все как есть, мне это нужно. Подавители боли, я так полагаю, он сказал. Ну, как пожелаешь. Должен сказать, я превратил в киборга больше, чем несколько человек, но ты... Ну, твое прошлое наиболее... К чему вы клоните, док? Большую часть времени вы работаете со взрослыми мужчинами, бывшими военными развитых стран. По сравнению с детьми-солдатами из стран третьего мира, мы ни на что не... Мне не на что жаловаться. Большинство из них являются своего рода партизанами, вашими обычными клиентами. Это не должно быть для вас новостью, док. Да, но... Слушайте, просто помогите мне позаботиться об этих мозгах после того, как я верну их обратно. Я сделаю... Делаю свое дело, вы свое. Он такой... Ёп. Ёп, это важно. Что он хочет от меня, я не пойму. А эта фигня максимум, да, сразу максимум восстанавливает. О, стандартная классическая боевиковская штука. Беги по все, пока все рушится. Но, кстати, надо сказать то, что темп игры значительно упал по сравнению с первыми миссиями. В первой миссии, вы помните, мы там по ракетам всяким прыгали и тому подобным, подобное. А тут уже столько этого. Столько времени прошло, и у нас как-то... Ну, бои с боссами, конечно, все равно довольно забавные. Но как-то все равно игра темп набрала сразу же такой шустрый, и теперь немного ему не соответствует. Я на самом деле думаю, что я мог бы и убивать их без особых проблем. Но... В принципе, можно пробежать. Я думаю, я не сильно от этого потеряю. Хотя, наверное, очков все-таки потеряю. Ой, да пошел ты, слышишь? Ой, а нет, этого уже обязательно... Да блять!
зря, он просто на жопу сел и развалился. Возможно, их можно как-нибудь использовать? Возможно, можно. Собственно, стандартная фишка игры, что их можно как-то юз. Продолжай в том же духе, они говорят. Ну да. Бля. Он почему-то очень... Ну, так, это... Очень плохо маневрирует, скажем так. Ну или не очень плохо, а не очень хорошо. Я не знаю, как это... Бля, это просто, конечно, какой-то Спайдермен. Ди! Это худшее, что я встречал. Вот это подъем, почти на месте. Я только что закончил анализ данных системы. Впереди должен быть внутренний сад. Сад? Звучит чудно. Японский сад, если точнее. Там зона для VIP-персон. Кажется, один из директоров World Marshall давний поклонник японской культуры. Хорошо, мне что делать? Есть что-нибудь, что мне нужно в этом саду? Не совсем, ты должен всего лишь пройти через это место к грузовому лифту. Я получил доступ к пульту управления лифтом и уже отправил его вниз. Я также нашел серверную, ты можешь попасть туда на грузовом лифте. Elementary, my dear Raiden. Мне вот эта фраза нравится. Elementary, my dear Raiden. О, сад. Японский ниндзя-сад. Так, надо нормально, наверное, подраться. Вот я в режиме адреналина занимаюсь тем, что уклоняюсь от ребят. По-моему, немножко это неправильно. Бля. Этого не достаю. Этого не достаю. Отлично, бля. Кто в меня гранатой шмаляет? Сука, разорву! Чёртовы гранатометчики. Бесит. Как-то так. Все, кончилось. Ранг боя. Я надеюсь на A хотя бы. B. Чё-то игра стала слишком требовательна. Вам так не кажется? Раньше я на A, а то и на S даже справлялся. А теперь уже довольно долго всякие B лезут ко мне. Гробы какие-то, блин. Коробочные. Так, ну а чё? Главный вход перекрыт. Очень сомневаюсь, что ты там пройдешь. Бля, опять весь адреналин в хуйню потратил. Есть у меня одна идея, блядь. Она в основном заключается в том, чтобы не быть зажатым в угол. И чтобы камера не это...
Лол, он решил перезарядиться. Да, это будет просто отвратительная драка. Все, проебал. Ну, я совершенно недоволен, короче, этим режимом адреналина. Наверное, надо его как-то апать, но совершенно он мне не нравится. Обычно в играх режим адреналина подразумевает, что ты будешь разносить просто в мясо всех. А здесь это значит лишь то, что ты можешь разносить в мясо только самых слабейших врагов. Ну, будем надеяться, что я его апнуть, типа, смогу со временем. Но вот то, что я имею сейчас, это прискорбно. Я, наверное, даже думаю, что сильно пользоваться-то ему не стоит. Ой, что это у нас тут? Зонтик. Блин, столько ящиков, падло открывать, так что просто пойдем вперед. Тут можно было и по стелсу, конечно, пройти, но я думаю, то, что тогда рейтинг боя будет еще ниже. Так, я немного не понял. Мне наверх, типа? Судя по всему, да. Хорошо, продолжай двигаться по мосту и попадешь прямо к лифту. Мои извинения, Райден, я, кажется, отстал. Не парься, вообще, я должен благодарить тебя. О чем это ты? Если бы не ты, мне бы не удалось вернуть Джека. Значит, вот твоя истинная натура. Более или менее. Тебе все еще интересно? У меня нет причин, чтобы изменять свои цели. С того момента, как мы встретились, мотивация твоих действий были эмоции. Ты говоришь о защите тех, кто слабее тебя, таких людей миллиарды. Это невозможно. Ты не можешь защитить каждого человека во всем мире, ты не можешь защитить каждого бездомного ребенка. После длительного наблюдения я пришел к выводу. Твои действия вызваны тем, что ты защищаешь людей, чья судьба схожа с твоей. Похоже на то, не такой уж я и супергерой, да? В любом случае, твой эмоциональный статус понятен. Возможно, я чувствую что-то похожее. Ну что ж, если ты чувствуешь тоже, то я рад, что ты со мной. Ты можешь попасть в Северную с помощью грузового лифта впереди. Спасибо, я бы не догадался. Очередная бочка для стелса. Но я не хочу бочку для стелса. Я хочу... мясо! Блять, это не ломающееся стекло. Хочу мясо. Мясо раз. Мясо два. Нет, с тобой я вообще не хочу играть, долбанное говно с кувалдой. Бля, тело отнес. Отлетело. Шо, говно с кувалдой, не такое уж ты и крутое. Так, это что? Действие. Поднимай.
давно я с тобой не встречался. А вас сразу две. Сука, включил режим адреналина, и они от всего увернулись. Вот вы животные вообще. Ненавижу, бля, коров. Не зря вас в Индии едят на завтрак, обед и ужин. Ой, а что это за F? Такого раньше не было с коровами. Хотя нет, было, наверное, с первой, которая встретилась. Ну, тут совсем плохо будет. Да, чё-то я начал вообще плоховать. Доберитесь до верхних этажей. Но это классический лифт. Другая грузовая платформа, смотри. Окей, смотрю. Ну. Другая грузовая платформа, это, конечно, клёво. Но... Я думал, я на нее перепрыгну. Бля, ну вот, мне вообще не нравится то, что весь этот я трачу на то, чтобы пару атак отбить. Весь адреналин. Ну или как он здесь называется, этот режим. Робот-слип. А, отлично. Он не пробивает даже в режиме адреналина некоторых врагов. Что не может, надо сказать, радовать. Ну, во всяком случае, левой кнопкой мыши. Зато правый херачит не слабо. 5B. Мне это уже начинает раздражать, то что я такой бесполезный, слабый. О, вот это прикольно. Осторожно, лифт не выдержит. Ну давайте, подними его. Платформа теряет скорость. Ноги ее тормозят. А что еще ее тормозит? Я так понимаю, все равно я не смогу перепрыгнуть на другую платформу, прежде чем всех противников убьем. Там одна нога крайне живучая оказалась. Могли бы, я не знаю, сделать какой-нибудь этот плюшку. Типа в честь того, что я не это, не юзаю вообще хилки. Могли бы за это добавлять очки, как по мне. Но они не хотят. Ну а где он? Хоть бы издали таймер какой-нибудь. И потихоньку, типа, так, сука, ты чё? Дерьмо. Совсем потихоньку.
Бля. Слишком потихоньку догоняет. Блин, это получается заново надо. The platform is losing speed. Scheiße, the tripods are interfering. Guys, here's an out of the shaft. Главное, короче, тут стоять. Do not let them block the elevator. И мешать этим дерьмодемонам тормозить мою платформу. Ой. А тут вообще быстро можно было все это сделать, оказывается. Надо было просто пару раз их раздрючить. Без урона. И это A. Раньше я без урона. Всегда на S. Твой путь в северную лежит. Серверную лежит через какие-то там мосты. Как мост кувалды. Ого. Да почему он уворачивается-то на правую кнопку мыши, я не понимаю. Блять, не их бей. Вот этих пидорасов бей. Воздушных, блять, ангелов Чарли. Ну что за дерьмо? Ну я хочу их расхерачить. Потому что он-то мне вообще без проблем никаких не доставляет. А вот эти вот ребятки. О, рука. Вот. Просто цель тяжело выбирать, когда... Он по умолчанию выбирал этого уёбка с... С молотом. Бля, ну ты пидор. Это че еще было? Так. Ха. Ну лифт приехал, я так смотрю. Так что. Вот и он, вот и мы. Без убийств? Ранг S? Что? Без убийств? Что это еще значит, без убийств? Мне показалось, что я довольно много убийств сделал. Хм. Странная какая-то статистика. В любом случае, это первый ранг S, который у меня есть. За последнее время. Серверная впереди, да, согласно тому, что мне удалось узнать. И что же меня там ждет? Если они используют мозги в VR-тренировках, я думаю, это не будет выглядеть как обычный IT-отдел. Совершенно верно, большая часть помещения будет занята системами жизнеобеспечения. Они обеспечивают кислородом и питательными веществами мозги, которые там хранятся. Им также потребуется сервер, чтобы пичкать мозги VR-обслуживанием. Помещение все больше предназначено для хранения технического обслуживания мозгов, а не как серверное. Но без сомнения, это делается удобным эвфемизмом того, что они действительно делают там. Ага, как агенты ЦРУ ссылаются на то, что они работают в компании. Абсолютно верно. Подобное не вызовет подозрений у рядовых сотрудников, которые могут это услышать. И я уверен, что те, кто причастен к этой операции, чувствуют себя лучше, не называя ее командой в комнате VR-тренировок. Так что даже настолько простое, как название, может помочь. Поистине увлекательно, как человеческий мозг работает.
Так, там, чем бы ни являлась эта комната, меня будет считать Сэм, да? Если он хочет сражаться, я исполню его желание. Он не похож на тип людей, у которых будет убегать из сражения. Ну, он глава охраны, я полагаю, что дружественный разговор у вас точно не завяжется. Если так подумать, я бы сказал, что он играет с тобой, возможно, проверяет тебя. Что бы он ни делал, это не изменит того, что произойдет, когда я наконец доберусь до него. Ну что ж... Наконец доберутся до него. Добираться до него наконец я буду, в общем, в следующем видео. Здесь мы пока закончим на сегодня. Так что, если вам понравилось, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте и... Ставьте лайки там, туда-сюда. В общем, о чем я всегда и говорю. С вами был Сет. До свидания. А еще я вот так умею.